Батюшка Андрей Ткачев порадовал нас очередной речью на тему абортов, причем такой, которой мы бы поставили максимальные оценки по шкале мракобесия и по шкале кринжа. Мы говорили и еще будем говорить, к сожалению, что мы пионеры по части абортов. Аборт делается по социальным и по медицинским показаниям. И благодаря абортам уменьшается детская и материнская смертность, а также сокращается количество брошенных детей. Интересно, батюшка эту закономерность понимает или ему на это пофиг? А мне пофиг. Лишь бы не было абортов. Что в военное время, тем более аборт, это двойное злодейство. Во время войны происходит эпидемия травматизма, следовательно, медицина и так перегружена. А вешать на эту медицину сопровождение беременности, осложнения при беременности и родах, а также грудных детей – это дополнительная нагрузка на медицину, которая в военное время занята тем, чтобы лечить раненых солдат. А если солдат не лечить, то они могут не захотеть воевать. Поэтому в военное время, наоборот, выгоднее делать аборты, чтобы больше ресурсов досталось для армии. А провайферские идеи в военное время должны быть оценены как вражеская пропаганда. И мне очень хотелось бы посмотреть на ситуацию, когда наш президент объявит о том, что провайф – это иностранный агент, ведет вредную пропаганду, и церковь на следующий день вместо привычной пропаганды запрета абортов начнет вещать про ответственность родителей за своих детей. В стиле «церковь не просила вас рожать», но раз вы нарожали уже ваших змеенышей, то это ваши проблемы, и не вешайте их на других. О том, что хлюпая по крови убитых детей, мы не имеем права на счастье. Это мы все говорили, и сегодня повторяем это снова. Просьба к батюшке пояснить, почему во время войны можно убивать рожденных людей, а нерожденных зародышей убивать нельзя. Как раз, когда в военных действиях погибают мирные жители, в том числе и дети, с обоих сторон, всякие слова про неубийство нерожденных детей звучат особенно цинично, омерзительно и лживо. Но ощущение такое, что батюшка в силу эффекта Крюгера... Только не Фредди, а Даннинга. Этого не понимает. Иначе бы на время спецоперации батюшка замолчал бы на тему абортов, чтобы не дискредитировать себя и церковь, в которой он служит. Нужно беречь детей, а не развращать их с детства и так далее. И нужно их не убивать. Аборты делаются, чтобы беречь детей. Потому что когда детской медицины мало, то чем меньше детей, тем больше медицины достанется каждому ребенку. А войной детей убивать можно? Батюшка, раз вы против убийства, то давайте выступайте против войны, а заодно и против спецоперации. Или вам страшно? Ну и кто трус? Священник, который боится свои мысли богословские до конца довести? Или мужик обыкновенный, кто не хочет идти на войну? Чтоб его там не убили и не оставили вдовой его жену и сиротами его детей, а? Ну кто трус, батюшка? Они либо рождают, либо убивают. Даже если аборт – это убийство, то женщина никого не убивает. Она просит избавить ее от беременности и проблем со здоровьем, которые несет в себе эта беременность, последующие за ней роды. А врач использует то, что у него имеется. Правильнее было бы достать зародыши живым и положить на стол к Андрею Ткачеву, и пусть он сам донашивает его, сам воспитывает, сам выступает в роли суррогатной матери, если ему так дороги эти эмбриошки, на которых даже мамашам пофиг. А мне пофиг. А то быть нравственным за счет других – это безнравственно. И даже когда родят, могут убить воспитание. Родила, как бы, значит, но воспитала так, что... Поэтому те, кто не могут воспитать, например, по причине работы, и делают аборт. Поэтому, батюшка, решайте, вы за то, чтобы убить зародыша абортом, или за то, чтобы он родился и его потом убили бы воспитанием, точнее отсутствием воспитания. Это взаимосвязанные вещи. Или вам пофиг. А мне пофиг. Лишь бы сделать контент
на тему против абортов. Мы-то хоть простые блогеры, миряне, мы не претендуем на что-то высокое, на что-то особо нравственное. Ничего мы не пропагандируем, честно признаемся, что нам пофиг. А мне пофиг. И мы просто делаем интересный контент для наших зрителей. И пофиг. А мне пофиг. Одна из благочестивых сказала мне такое, что по идее, если бы даже просто, не надо таких запретов там таких юридических, если просто бы женщине показывали, кого убили, кого из нее вытащили, ну так покажите женщине, кого убили, кого из нее вытащили. Ах, она потом спать не будет, не будет. И есть не будет, не будет. Пусть не ест, потому что убийца не должен ни есть, ни пить. Врач делает аборт для того, чтобы сохранить женщине здоровье и не показывает лишнее, чтобы не было психической травмы. Потому что заботится о здоровье женщины. Зато послушайте, что говорят благочестивые религиозные фанатки и православный священник. И пусть зрители теперь решают, кто более нравственный. Врач, который убивает зародыша как наименее ценного, чтобы сохранить здоровье, жизнь и трудоспособность женщины, или религиозные мракобесы, которые хотят реализовать на живых людях свои садистские фантазии. Я до крещения была сатанисткой и скажу вам, что у сатанистов таких жестоких и отвратительных фантазий, как у православных, не было. Пик фантазий сатанистов – это нарисовать пентаграмму бутафорской кровью, кого-нибудь в нее затолкать и заклинание начитать. Аборт – это не медицина. Медицина занимается исцелением человека. Аборт – это хирургическая операция. С помощью аборта врач сохраняет здоровье женщины, предотвращая опасности от беременности и родов. А аборт занимается убийством детей и калечением женщин, психологическим и физическим. Слушая проповедь батюшки, убеждаюсь в том, что этим занимается священник. Причем конкретный священник. Абортмахер. Он вообще не доктор, он абортмахер. Вот есть парикмахер, он парики делает там или прически. А есть абортмахер, он аборты делает. Он недостоин белого халата. Мне уже даже не смешно, а стыдно. Стыдно слушать такое медицинское невежество. Сейчас же не средневековье, когда цирюльник делал хирургические операции. Батюшка, вы хотя бы посмотрите медицинский фильм из арсенала вашей антиабортажной пропаганды и перечислите, какие медицинские специалисты участвуют в операции по прерыванию беременности. Те, кто делает анализы, те, кто делает анестезию, рентген, кто готовит инструменты, тоже должны быть включены. Кстати, они тоже, по-вашему, абортмахеры? Он не достоин белого халата. Ему нужно ходить в красном колпаке палача. А сам Андрей Ткачев достоин ли носить священническую одежду при таком мировоззрении? Может быть, объявить конкурс, во что его переодеть, как минимум на Хэллоуин? Если просто переодеть абортмахера в красные халаты... Батюшка, просто расскажите, как вы это себе практически представляете? Организацию процесса переодевания медицинских работников очень хотим от души посмеяться. Дальше идет такой лютый кринж и бред, что его даже анализировать невозможно. Ссылка на исходное видео в описании. Мы Дом Богородицы, мы Русь Святая. А Русь Святая должна хранить веру православную. По-моему, самый лучший способ проповеди атеизма, сатанизма, родоноверия и иных религий, которые против христианства, надо как можно больше репостить такие лекции таких батюшек, а не глупые демотиваторы постить с часами и яхтами патриарха. У нас есть богословское образование. Мы интересуемся научно-популярным и образовательным контентом. Поэтому мы Ткачева послушали, реакцию записали, и нам пофиг. А мне пофиг. А теперь представьте, какое отношение к христианству будет у вменяемого человека, который послушает подобную проповедь батюшки и решит, что этот мракобесный кринж и есть вера православная. Но, вероятно, церковному начальству на это
Пофиг? А мне пофиг. А может быть, благодаря кадровой политике, при которой нам умные не нужны, нам нужны верные. По сравнению с другими священниками, Ткачев не самый мракобесный и не самый кринжовый. Но раз церковному начальству пофиг, а мне пофиг, то и нам пофиг. А мне пофиг. Мы просто контент сделали на тему абортов, и нам пофиг. А мне пофиг. И у нас есть надежда, что батюшка Андрей Ткачев на самом деле более разумный и адекватный, чем пытается казаться. Но просто ему, как и нам, надо делать контент, и пофиг. А мне пофиг. Ну, ему пофиг, и нам пофиг. Да всем все пофиг. Раз всем пофиг, то нам тем более пофиг.